Я не помню точно. На этом оповещение о пуске есть? Ты ее увидишь. Заберите у меня взрывчатку. А чё я меня так не вижу? А, возможно, карта залагала. А их нету? А, нет. Ну, только БМП стоит метка и всё. Чё-то далеко БМП засунули. Раньше же вроде другая была. Раньше там она была ближе, там возле дороги, там это. Раньше же ещё 55-й был. Т-55. Разве? Так это... А, и да, мы в разных местах появляемся. Крутяк. Ну ты молодец вообще. Ну, 4. 4 года назад вроде 55-я была, а тут нет. А почему снаряды для РПГ не осколочные? За что? Там было тогда слишком просто. А чё ждём-то? Давайте да. Стартовать уже. Давай. Ну, да. А только готов? Бах-бах и всё. Пиу-пиу. КВХ это стандарт. А, КВХи добавили, нифига. Да. Инновации такие. А с Дони, как всегда. Из замка-то они могут выходить? Только в районе круга. То есть с черными метками нарисованы стены замка. А красный круг — это зона, куда они не могут выходить. Сейчас стены взрывать будем? Можно взрывать. Башню лучше взрывать, а не стены. Центральную башню не уничтожить, она неразрушаема. Я так понял, мы ждем, когда вертолет прилетит, да? Не знаю. Пуэр здесь? Угу. Стены крыты берешь, да? Угу. А чё ждать-то? Штурманите, да и все. У них оружие там получше. Некоторые думают, что колгас тоже взорвать нереально. Кого? Колгас на Чернорусии, в Черной есть такое большое здание. Так он же бессмертный вроде, не? Нет. Его можно подорвать. Да, берешь около 50 взрывчатки, закладываешь. Да не только, там модом можно один раз шарахнуть с пистолета. Специально. Тебе кажется? Не, мне не кажется. Там, считай, как этот... Минута прошла, старт. Взрыв такой. Прям сильный, и все. Егорский подаван. Вы чё? Я ПНГ. Это да. Да.
это, господа, какая-то жопа. Посвети форуме. На, он... Я их ему отсыпаю. Будем играть с этим. Что еще посветить? А тут нет фонарика? Гамму выкручивай, что? Нет, гамму она не выкручивает. Вот ты сделай в окне игру и выкручивай через драйвер. Стой. А смотри на фар мотоцикла, более-менее все виднее становится. Да. Покаются. Вообще все замечательно видно. Я вообще все отлично вижу, как днем. Сапнига! Частоту у нас где смотреть, ребята? Частоту у нас где смотреть? Да, я вроде не написал. А, ну окей, на дефолтный. А мы где находимся? А, все, я понял, где мы находимся. Известный. Да-да, известный. Тот перекресток. Это Имарат. Имарат. Стоп, я у бота видел как. Я готов вас вести. О, тут посветлее. Нам, грубо говоря, на северо-запад поехать по дороге и свернуть там и все. Грузим? Да, грузимся, я это самое. Я вас довезу, если что. Еще б машина. Вот она. Я сесть не могу, подожди. Сзади только. Там места нет, по-моему, уже. Да, сзади. Сзади там совсем есть? Все, все. А, ну, все, поехал. У меня этот, я у бота отобрал GPS. Как ты мог? Хороший человек. Дай-ка мне. Едем в далекие края. У нас, кстати, ДШК. Я надеюсь, Паш, за это тебя там не забанят на YouTube. Да. Течет река Волга. Я так чувствую, атака здесь соснет сильно, причем. И не, нормально. У них там у всех ПНВ, а у нас ни одного ПНВ. И не, нормально. Нормально? Конечно. Ну окей. Если мы заснем, мы сделаем вид, что получили от этого удовольствие. Точно. Опа, чё-то едет наши. Светлячок? Направо сейчас поворот. Да ты чё? Позаришь. Вот сейчас. О, пылит, а. Паш, вот есть GPS? Нет. Налево. Пометка. Нажмите кто-нибудь L. Прямо. Ну, по синей это что вы сделали. Я не вижу. Я могу дать тебе сейчас этот GPS. Да видно, в принципе, по горизонту туман. Убей. Ой, кто-то живой есть на рации. Да, мы не потеряли. Все, нихера не видно, дождь вообще все
А, вон они, мы за ними, мы за ними. Да-да. Короче, у меня такая идейка возникла. Врага заслепить фарами машин. О, да, хорошая мысль. Входим. Ну, как там подъедете. Уже на вышке бегают. Ага, видно. Уже подъехали. Включай. Там не работает. С башни самый крайний слева. Не, оно светит вниз, короче. На. Из окна или сверху? Били самого верху. О, да-да. Нет. А где ты? Вы по вспышкам смотрите, куда бегите. Отсветил. Ну ненадолго. ПЗ, подлечи, пожалуйста. Тебя все это говно будет нас освещать. Я видел, откуда вы видели, но ни хрена там не видно. Бификс живой? А у меня даже лечения нет. Я не могу лечить. О, минус один. У тебя сначала есть флэр? Ух. Здравствуй, Паша. Да-да. А, ну так они все с ФНВшками, конечно. Ну да-да. Я и говорю про это. Там бесполезно. Снайпер с ПНВ. А с Доника мы не слушаем. Слушай, я не понял, там снайпер еще с ПНВ? Да там все с ПНВ. Нет, я имею в виду, там снайпер, да, там есть? Да. Очень он уж точно бил. Одиночный. Так нас видно только так. Да? Угу. Еще танк сейчас приедет, я надеюсь, приедет. Ара! А ты кто так? Да, да, да. Не, я так не играю, все. Все так мрут хорошо. А каштан еще катается с Каркарычем, смотри. Блин, я даже с ВД не видел, куда работает. Паш, ты что сделал? Ты что поставил? Ты 7 часов поставил утро? Да, 7 часов. 7 часов вечера. Как Аздоник просил. Вечером. Теперь мы не слушаем Аздоник. Это зима, снега нету. У них преимущество, а у нас никакого преимущества. Да? Ну почему? У нас техника есть. Охереть. Только технику в БМ, только Гордо взял, но он ничего едет. Всё, блин. Всё пропало. Нет, снял какой-то снайпер, непонятно откуда даже. Я даже не понимаю. Со стенки? На дома же ехал. Вы по вспышкам, вы тоже вылезали так активно. По вспышкам их можно понять. Да мы как-то подошли вообще. Они нас раньше видят, чем мы их. В жопу. Ну, как управление у них по НВшке. По НВ тут что-то. Я только что подошел, они? Одного, по-моему, задамажил. Он что-то прилег, и у меня уже снайпер. Я смотрю, МИ-4 не собирается лететь, я там миномет разложил. Все нормально, Иванчик затащит. Сейчас ему прилетит. Чики-брики живой? Чики-брики живой. Вот соус мейс вот это. Падла. Бля, какую миску уже не прет, вообще никого не могу убить. Неделю не поиграл на отстреле, все. Скилл потерял. Вот именно.
Раньше хотя бы по 5 рыл можно было вынести за одну миску, а сейчас. А я просто с ботами поиграл и все, теперь не могу убить. Как-то зашел на его ред и все. Хоть ты мне оставайся. Еще, блин, с этой Рэмбо уйти, наиграешься и вообще бегаешь, как Рэмбо штамленный просто. Враж. Это тебе не Чак Норрис. Это обычный Талиб. Слушай, а Каркарч с АВ, они вообще что-то... У них какой-то свой... План Медуза. Угу. Да, потому что мы только пытались смотреть с кем-то. Да, они сейчас раздобят. Ответил только по МП. Тупик сейчас выйдет. Да их там трое. А сколько вообще осталось? Все. Никого не вынесли? Ты серьезно? Что? Ты что, крафтом? Пригорает. Блин, ну вот чё там, спайн выстоит. Ну вообще пошёл. Говномесы. Раздоник ошеломлён бегает. Вот ворона его убили. Кого убили? Да. Ворон. Ну, не работают заметки. Хотел сказать тебе, что стреляй по камню в него целился. Заметки не работают. А, это ты старую по диверсию запустил. Да? Угу. Что, метки не работают? Заметки. А, заметки. На древней версии, короче, заметки не работают. Короче, точку запятой где-то пропустил. Короче, Мендуэ 4 может оставаться на базе. Да нет, почему народу еще достаточно? Вот было бы еще прикольно, если бы Талибам дали миномет. Да. Значит, мало кто стрелять умеет. Да, попробуй. Это стингеры есть, а миномета нет. Непорядок. Через полторы минуты вертолеты полетят. Начнется. Ага, думаю, началось. Там под покровом ночи все улетят. Да я не знаю. У Мишки же тоже есть понятно это. У пилотов есть. О, Дунза проехал, все. На базе бегает с трубой. С такой дистанции, но вряд ли. А кто не бегает? Да, Сдоник вообще поехавший. Без башни. Отъехавший. Вот думаю, тут ли вообще дивизия? Кого? Дивизия, конкуренция. Ну. За 4000 стоит ли брать вообще? А, ну все про игры. Да-да. Классно, СВД бомба, СВД бомба. Что, у них стингер вообще есть? Да. Один. Вертолет уже летит. Готовится, он готовится. Все, сели, они сели. Заводится. Угу. Хоть бы одна живая душа не отпускала. Мёртвый стало. Что, давайте прогнозы делать? Я думаю, затащу. Так я скажу.
Я думаю, на какой минуте? Наконец-то АБ, Каркарыч и Каштан приедут на крепость. Я вот на этом сделал быстро. Иванчик затащит. Думаю, значит, на минуте 30-35. А он убегает, что ли? А, он в БМП бежит. Куда вот этот шофик мобиль едет? Я и говорю, они едут, видимо, на войну, но не на эту. Они потерялись. Их ни карты, ничего. Сейчас один братуха пойдет. Вообще довольный жизнью. Такой сидит и смотрит. Звездное небо. Он ждет вертолет. Он молится. Не надо, он молится. Аллах поможет. Тем временем вертолет уже приближается к Анару. Надо его сидеть. Собьет, не собьет. Только не стреляй. А кто там летит, прайс? Да, прайс в санитаре. Тоже нашел слышать. Идет, да, должен слышать. Только у него просто спиной эти развалины. А он ему сейчас в лоб будет стрелять. Тогда не получится. Стреляет и... Не-не-не, ему уже сесть надо, ему не пролететь. Сейчас второй заход будет. А они, конечно, делают не по-умному, по той же самой траектории, которые летели туда идут. Не меняют траектории. Вот у них сейчас, наверное, там переговоры-то, а? Ага. Это стрекоза, иду на посадку. Это щелкунчик, мы уже здесь все насрались. А зря работает. А у них... Иванчик, а? У них там лазерка. Он случайно на ней выдохнулся? Мне интересно, флайер собьет? Фичка. Краб уже... А у флайера тоже? А, у него их. А эти едут, все еще едут. Что сожгли? Кто это меня убил? Кто? Фьюман, что ли? Да. Еще оно помирать надо. Да, тебя он убил. Он тебя лупит. Из чего? Думал, хоть раз доживут до конца на этой миске. Нифига, не судьба. Фьюман за Тим Кейном? А? Тим Кейн? Да. Да. Давайте ему простим. Не, я сам виноват, не предупредил, что поднимаюсь, но думал, его там нету. Он еще такой твой калаш подобрал, твою трубу и такой типа блат. Ой. Давай, краб. Четвертолет просто летает. Ну. О, Каркарыч нашел зону. Да. Сколько у него ловушек? Наконец-то! Да тут... Попали? Да. В меня попали. Да и по мне хер попали. Этот ад кончился. Ну, спектаторы неплохо, правда. Ярко. Тут хоть видно что-то. Да. Нам просто надо было подождать, когда техника наша придет, это все. А мы что, ломанули сразу? Да, по тактике, фарами слепить. Ну. Я
вообще спокойно сидели, ожидали. Меня кинули, я перезашел за ботом, вот где-то в черной заднице. Все, жопу сбили ему, жопу сбили. Ну уже сложно. Я больше поржал, как это. Сесть он нормально не сможет, взлететь нормально не сможет. Остальные никогда не доживают. А можно как-нибудь настроить интересную, ну, гамму так, чтобы вот как с ночником, только без ночника вот сесть вот это. Можно. Че? Можно. На миссии. Там есть вшитое, можно сделать видение. Ну, есть возможность. Что-то они дымят, походу, немного. А там уже, Паш, можно эту гамму по всячески против там. Чей, порно? Не обязательно гамму. Сейчас последний заход, как тут делать. Сейчас фуфа... Офигеть. Краб живой, что ли? Чё? А, нет, уже не живой. Я думал, выжил. Что ж такое? Прайс, а вы доехал? Кстати, каштан сейчас не может нацелить этот зур на вертолет. По банальной причине, потому что ночь. А? Нельзя. Он даже если будет его... Ой, сейчас он будет. Он все равно не нацелит. По-моему, все. Там уже были радио-то. Крабов такой. А и флайер. И плотина у нас. Нет, живой кто-то там. Флайер же их, походу. Сколько рых я уже? Нет, оба. Гонза выпал. Гонза выпал. Да рубить надо уже. Что это было тут? Зачем рубить? Кто выиграл? Давайте загадаем. Люди уже уходят, да? А кто придумал ночь поставить? Зачем это сделано было? Блин, я на 15 часов думал, не ночь будет как-то. Разве не атака должна убирать такие вещи? Вообще-то да. Мы просто не играли никогда. Думал, хоть так выиграть. Ну давай ты зато либо поиграешь иначе. Надо было убить. Че, я за атаку много раз играл, он все время побеждает. Ночью сколько раз играл? Ну вот ни разу попросил. Вот. Ну ладно, игры, давай попробуем. У меня бэх. Я сейчас не принял вас. О, вас бьет, интересно. Кто наверное? Да, не думаю. Если он меня найдет в темноте такой. Бонзо еще живой. По звуку. Не а как Гонза выжил? Он выпрыгнул? Да, да, он выпал. Гон полумёртв. У меня, кстати, статус не изменился у Гонза. То есть он у меня как будто ранен. Живой. Не ранен, даже без сознания не лежит. Ну вообще, на самом деле, я думал, будет вечер. Ну, 19 часов обычно всегда нормально. Пять часов. Какая-нибудь. О, чики-брики, вообще молодец. В бинокль посмотрел. Не, вечера вообще не было, сразу было темно. Ну, видимо, говорю, дата стоит какая-нибудь зима. Здесь не работает, может быть, сломана миссия. В парю. Друг, мы приехали, было нормально. Прошло 10 минут. Кон зачнулся, кон зачнулся. Все-таки с тем, что я сломал, блин, я не увидел этого. Как мне кажется. Так, пушка работает, могу, да? Зайти даже. И хвост выбери. Гонза выжил? Да, вот две стены сломали, короче, что-то. Да, да. Даже с взрывчаткой. А Зоин, как ты? Башня целая, и орудие целое. А Зоин, как ты? Так я взорвал и не понимаю, что случилось. Я не вижу вообще ничего. Сломался она или нет, где там заходить? Нет, убитые вообще не видно. Но мы выиграли. Да. А я живу, а ты лейтенант лежал или нет? Убитые противники, Паша, Рус, Фокс, Репит. Бред. Стыдно вам должно быть. Стыдно называть убитых противников. Да. Да. Бан, Паш. Бан быстрей. Давайте вверх. После вертушки стало. Да, вверх, кстати. Чё-чё? Вертушки плохо не стало после фугасов?